трансформеры и Андеркон. Защита кибергорода была ослаблена постоянными атаками террорконов. Но Хикер смог поймать одного и с его помощью найти Энергон, который был так нам нужен. Мы получили силу, чтобы отбросить десептиконов. А это была временная удача. Похоже, наш Энергон вернул жизнь злейшему врагу автоботов Мегатрону. Я хочу весь их Энергон! После окончания последней нашей битвы повреждения, нанесенные нашей базе... Нападение Мегатрона. Ничто по сравнению с болью, которую приносит вид нашего павшего товарища. Лихач! Лихач, ты должен очнуться! Пожалуйста, ну же! Мегатрон! Как в старые времена, правда? Ты монстр! Кикер, не надо! Не стрелять! Я знаю, чего ты хочешь, Мегатрон. Конечно, это не визит вежливости. Тебе нужен Энергон. Значит, ты теперь против Юникрона, да? Ты знаешь, как я не люблю соперников. Надо это сделать. Ты думаешь, что ты силен? Но у тебя нет шансов против него. Я займусь с тобой! Броневик! Не здесь и не сейчас. Посмотри вокруг. Нас гораздо меньше. Мы отступим и перегруппируемся. Оптимус, надо что-то делать! Смотри, что он сделал с Лихачом! Нет! Все отступают в Оушен-Сити! Лихач тоже! Его самочувствие важнее всего остального. Так мы развернемся и сбежим? И позволим десептиконам украсть весь наш Энергон? Сэр! Мегатрон, если ты так хочешь забрать наш Энергон, тебе придется сначала разделаться со мной. Но это будет нетрудно. Теперь, когда у меня есть этот меч, начнем, Прайм. Чего же ты ждешь теперь, а? Как я и думал. Я отпущу тебя в этот раз. Но за это я ожидаю, что при следующей встрече ты сдашь мне весь ваш Энергон. Ну нет, никогда. Крысы! Ладно, автоботы. Отступаем. Великий слабеет. Я чувствую, как он уплывает. Потому что Мегатрон крадет у него Энергон! Надо послать вора, чтобы он украл обратно! А вот и он, вот и он! Скандалист! Я надеюсь, что Лихачу станет лучше. Станет. Я позабочусь. Жидкий Энергон в бассейне восстановит его броню. Это правда? Я думал, автоботам нельзя его трогать. Нет. В маленьких дозах он как лекарство. Зависит от того, сколько и для чего используют. Оптимус, я смог отсканировать и скопировать меч Мегатрона. Скоро я сделаю такие же. Хорошо. Сколько нужно времени? По моим расчетам, первая партия будет готова через день. Когда они будут готовы, отправь их в каждый из городов. Это поможет им защищаться. Есть, сэр. Используем оружие Мегатрона против него, если придется. Командир, как насчет разрушителя? Где он сейчас? Он сторожит внешние ворота, сэр. Ясно. Хорошо. Но он десептикон! Они хотят, чтобы я разглядывал облака. Это и есть быть частью команды автоботов? Я начинаю скучать по старым дням. У нас есть Энергон. С
планеты! И чего вы ждете? Вы знаете, что с ним делать? Вам, летающим придуркам, все нужно объяснять! Ну хорошо, терраркона разгружайте! Сила Энергона удивительна. Вы знаете, о чем говорите? Он ведь вас оживил. Понадобится гораздо больше, чтобы оживить Юникрона. А когда он восстановит былую славу, я буду заставлять его делать всю грязную работу. Ваши покорные слуги Терраркона принесли подарок хозяину. А, сила! Раз десептиконы не могут прикоснуться к Энергону, это идеальный способ его получить! В этом есть смысл. Идите, терраркона, принесите мне еще! Работает. Нельзя ли поаккуратней? Ты нас использовал, Скорпинок. Скажи спасибо, что я вообще чую тебя. Но я помог оживить Мегатрона. Ты просто хотел силы Мегатрона, но ты был слабоват. Постой! Хочу спросить кое о чем. О чем это? Мегатрон мог уничтожить Оптимуса Прайма, если бы хотел. Почему он упустил тот чудесный шанс, который ему предоставился? Если ты сможешь это узнать, может, я начну тебе верить? Думаю, он просто испугался. Смотри, Кикер, Силач и другие Омниконы, Трансформеры, которые путешествуют по космосу и ищут Энергон, добывают его и делают полезные вещи. Они единственные, кому Энергон не наносит вреда, поэтому они очень полезны. К сожалению, они все еще ищут место, где их не будут обижать и эксплуатировать. Ты понимаешь, о чем я? Истребитель, скажи, а почему Омниконы всегда ищут Энергон? Почему? Я спрошу у тебя то же самое. Почему ты ходишь искать Энергон? Потому что он может принести мир. Но за мир всегда нужно платить. А? Сверху мы проходим. Видишь, они делают то, для чего были созданы. Я иногда жалею, что не похож на них, потому что они точно знают свое место. Знают свое место? Все уже совсем не то. А этот знак так много для меня значил. А, тревога! Оптимус! Копии меча Мегатрона уже готовы. И осталось немного Энергона. Где космический мост? Он далеко от города. Он на воде, 30 километров к югу от города. Там нет Энергона. Ловушка? Я выясню. Кикер, хочешь пойти со мной? Конечно. Стой. А? Останься, Кикер. Там может быть опасно. Ты можешь помочь нам из диспетчерской. Ну вот. Лети, истребитель. Есть, сэр. Эй, что происходит? Я хочу, чтобы ты больше не участвовал в этих миссиях. Почему? Теперь, когда он там, это большой риск. Ты о Мегатроне, да? Он захочет использовать твои способности. Если ты будешь участвовать в драке, он тебя заметит. Я могу о себе позаботиться. Это просто предлог. Ты думаешь, что я не справлюсь, да? Я не могу гарантировать, что защищу тебя. Оптимус! Командир, я пойду. Разреши мне идти. Кто-то должен занять место лихача. Ладно, но держись рядом. Вперед! Эй, а как насчет меня? Да что такое? Это нечестно! Оптимус Прайм, супер режим, соединение!
Огонь один. Стыковка. Вертолет. Стыковка. Земляков. Стыковка. Субмарина. Стыковка. Оптимус Прайм. Супер-режим. Вот она. Врага нет. Командир, все чисто. Это точно ловушка. Броневик, отправляю тебя на подстраховку. Вперед! Сэр! Что? То есть, кто это был? Готовится! Еще один мост открывается на километр севернее города! Началось! Готовьтесь! Ай! А? Нет, командир! Что? Где ты? Здесь! А? Они нападают на город, а? Я не знаю, Мегатрон ли это, но я засек таинственную сущность на космическом мосту. Держись, истребитель! Рассказывай, что конкретно ты видел? А ну, вернись! Удивлен, что я здесь, разрушитель. Мегатрон! Так это правда, и ты жив! Уйди, разрушитель! Он мой! Постой, броневик! Я отомщу ему за лихача! Не надо! Ты ему не противник! Отпусти, не понимаешь, что я должен драться! Почему? Потому что эта крыса Мегатрон почти убила моего друга лихача! Извини, я этого не знал. Эй, почему ты ударил? Я устал скрывать, кто я есть. Прости, броневик. Что ты делаешь, разрушитель? Я твой, Мегатрон! Докажи свою верность! Открой мне ворота! Открой дверь, которую ты сторожил для автоботов! Нет! Не надо! Нет, разрушитель! В чем дело? Забыл, на чьей ты стороне? Нет! Разрушитель! Не слушай его! Нет, чтобы замереть. Оптимус, справа! Он пропал! Он исчез? Эта штука... Что это было? Не знаю. Где Мегатрон? С разрушителем. Что? Ты тянешь время, разрушитель. И начинаешь испытывать мое терпение. Не делай этого! Не надо! Ты не устал слушаться приказов автоботов?
Слушай внимательно. Повернись ко мне, разрушитель. Подними оружие. Стреляй в меня. Я не могу, Мегатрон! Давай! Я теперь твой враг! Вперед! Открывай огонь! Давай! Но я не могу! Давай же! Теперь ты автобот, а я враг! Нет! Не будь так жалок, разрушитель! Это правда просто! Просто возьми и нажми на курок! Сейчас же! Давай! Нет! Я не могу, Мегатрон! Не могу так! Нет! Он взорвал их! Драконы в атаку! Вот, не так уже плохо, верно? О, и маленький совет, разрушитель. Если хочешь жить долго, помни, на чьей ты стороне. Я Десептикон. Точно, мы заберем весь их энергон и потом уничтожим город. Не так быстро. У вас ничего не выйдет. Ты опоздал. О, нет. Я знаю, где должен быть. Энергоны внутри крепости, я их слышу. Вперед! Я жду вас! Броневик, соединяемся! Ладно! Боже мой! Найди энергон! Уничтожить все на пути! Кикер! А? Лови! Вот это разговор! Похоже, тебе нужна помощь. В этот раз я не промахнусь. Оптимус, лови! Это мой меч. Как ты его скопировал? Одна из вещей, которые наши друзья Омниконы делают из энергона. Он так же силен, как и твой меч. Это значит, что наша сила примерно равна. Это мы посмотрим. А? Ого, невероятно! Не победить меня, Оптимус Прайм! А, Мегатрон! С дороги, предатель! Или я раздавлю тебя! На этот раз они у нас получат! О, нет! Ха, у меня еще есть козырь в рукаве. Этот энергон, обработанный особым образом, как раз для таких случаев. Не уходи с ними, разрушитель. Так не должно быть. Я вернусь, Оптимус, и в следующий раз заберу весь ваш энергон! А, не
Мегатрон опять сбежал. Он знает, что проиграл. Плохо, что Разрушитель ушел с ним. Я хотел показать ему, что можно жить в мире и согласии. Не получилось. Думаю, он не смог забыть прошлую жизнь. Видно, старая пословица не врет. Запрограммированный Десептиконом, Десептиконом останется. Продюсер Юджин Ишикава. Автор сценария Акира Акения. Режиссеры Зюн Кавагоэ и Ютака Сато. На русский язык фильм дублирован кинокомпанией Selena International по заказу STS.